Да, я согласен. Я согласен. Фонды, специально придуманные с громкими названиями, которые собирают деньги, и потом крохи идут на помощь, а потом там распиливают все это дело. Поэтому очень осторожно у меня отношение к так называемым фондам. Очень, очень осторожно. Вот. А благотворительностью я лично всегда занимался, и когда был председателем общественного совета МВД, сколько я объездил этих самых и монастырей и прочее, хотя это не входило в компетенцию. Мы организовали там милицейский Дед Мороз, который, вот мы были под Москвой, привозили им подарки, целые грузовики. Милиционеры были там Дед Морозом переодетые и прочее. Вот. Но это было при Рашид Гумарче, замечательный человек. Вот. А в смысле благотворительности, это все время, это каждый год что-то происходит. Или надо поехать куда-нибудь выступить, или это здесь, в Москве где-то, или это школы-интернаты. Ну, сколько книг я... Вот смотрите, я выпускаю книги, я еще ни одной книги не продал. Вот книги, вот этот четырехтомник, вот детские книги. Там, сейчас вот вышли еще такая детская книга. Потому что мы с женой каждый год в Кремле проводим программу «Служить России». Мучительно собираем деньги, мучительно. И потому что еще актеры, которых я сделал миллионерами, тоже деньги просят. Это ужасно. И если позволяют спонсорские деньги, я их не себе беру, я печатаю 6 тысяч книг. Сколько мест в зале. И 6 тысяч книг мы раздаем детям. Детям, беспризорникам, курсантам, в общем, таких. Всегда приглашаем. Ну, это тоже капля в море. Понимаете? Вот.